На прошлой неделе рыбные запасы Волги пополнились партией стерляди. Более 150 тысяч мальков отправились в свободное плавание в районе села Чердын. Один из символов Саратова выращивают в рыбопитомнике Тепловский. Наше хозяйство очень давно работает на рынке. Занимаемся, значит, восстановлением биоресурсов река Волга, Ока и остальные водоемы. Мы работаем по всей России, значит, занимаемся осетровыми, стерлядь, то есть осетра сам, русский, детский осетра, растительными ядами, это белый амур, черный амур, толстолобик, пестрый толстолобик, белый толстолобик и сазан и карп. В естественную среду обитания мальки попадают в возрасте 2-3 месяцев. Вес каждой рыбки примерно 3 грамма. Мы от начала и до конца, от нее не отойдешь, от этой рыбы. Весной отловили производителей, самых самцов, проинкубировали, отняли, значит, забрали у самцов молоки, у самок икринку, оплодотворили. И после вот этого процесса ни одной минуты, ни одного часа, это без внимания, эта рыбка не была. То есть посменно, дежурство, кормление. Процесс восполнения рыбных запасов финансируют саратовские предприятия. Мы в этом году уже выпустили достаточно большое количество сазана. В прошлом году тоже выпускали сазана. В общей сложности за 2 года это приблизительно 1 миллион мальков. Вот. И сегодня выпускаем 154 тысячи малька стерляди. Еще один участник пятничной акции – Саратовское речное транспортное предприятие. Это происходит ежегодно, то есть Саратовское речное транспортное предприятие заключает договора со специализированными рыбопитомниками и в июне месяце выпускаются мальки стерляди, осенью мальки сазана. В этом году, например, стерляди будет выпущено 31 с лишним тысячи мальков и сазана 110 тысяч с небольшим. Пожелание у меня есть, огромное пожелание. Побольше вот таких производственников, как вот Зубатов, который возглавляет Перешпорт, они, значит, нам делают заказ, у нас есть работа. У реки есть рыба, посадочный материал. И вот чем больше таких предприятий будет, тем наша река будет богаче. Ну, естественно, мы с рыбой будем. И вот кульминация. Как говорят специалисты, выживаемость мальков примерно 30%. И это считается очень хорошим показателем.